31-летняя Татьяна Брухунова обожает ухаживать за собой. Супруга 74-летнего Евгения Петросяна отправилась в один из самых популярных и дорогих салонов в центре Москвы. Татьяна в очередной раз поработала над имиджем. Девушка не стала преображаться кардинально, однако приятно освежила свой образ, сделав стрижку и окрашивание. Мастера-колористы провели процедуру тонирования, осветлив волосы Брухуновой. Локоны Татьяны заиграли более рыжими оттенками и стали еще больше напоминать стиль бывшей супруги мужа, артистки Елены Степаненко. Новая спутница жизни юмориста много времени посвящает бьюти-процедурам, желая радовать своим внешним видом Евгения Вагановича. Девушка призналась, что посещала бы салоны красоты как можно чаще. «Обожаю маникюры, педикюры, окрашивание. Моя воля, каждую неделю бы ходила», — поделилась Брухунова с поклонниками. Ролик с бьюти-преображением пятая жена Петросяна разместила в Инстаграм. Тайная свадьба Брухунова и Петросяна состоялась в конце прошлого года. Супруги предпочитают не комментировать свои отношения. Интересно, что знакомство влюбленных прошло через Елену Степаненко. Девушка обслуживала сайт юмористки. Теперь сатирик возит свою помощницу по лучшим мировым курортам, дарит ей брендовые вещи и дорогие украшения. Как выяснилось, в собственности у Татьяны имеется квартира в московских Хамовниках площадью 232 квадратных метра. Стоимость такого жилья составляет как минимум 270 миллионов рублей.